посмотрим на портрет человека, который 20, почти 20 лет с небольшими перерывами безраздельно правил Грузией. Он начал свой политический путь в 1948 году, вступив в КПСС. Дважды он чуть не перечеркнул карьеру. Первый раз женившись на дочери врага народа, а второй, выразив весной 1956 года сочувствие участникам расстрельной демонстрации тбилисских студентов. Благодаря тогдашнему грузинскому первому секретарю Мжеванадзе, он был все-таки сохранен в обойме перспективных кадров. В течение 60-х его карьера идет ровно, а в 70-х он уже кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, министр внутренних дел Грузии, а вскоре и первый секретарь. У него было такое присловие – умейте работать с Москвой. Ну, то есть умейте добиваться защиты ваших, сказать, интересов. Но вместе с тем, я думаю, он понимал, что делать это будет очень, очень сложно. Говорят, именно сельскохозяйственные эксперименты Шеварднадзе заинтересовали ставропольского первого секретаря Михаила Горбачева. И, возможно, именно это стало шагом к политическому альянсу между ними. Альянс казался нерушимым, и публичный уход Шеварднадзе в отставку с поста министра иностранных дел 20 декабря 1990 года привел Горбачева в шок. Причем это не возражает ни диктатуре, да, чепуха. И уж знают, что я диктатором не буду. Это, по-моему, все убедились. Противники Шеварднадзе, которым был брошен упрек в желании установить диктатуру, опровергают свою причастность к давлению на него, но до сих пор с трудом сдерживают эмоции, давая оценку его действиям на этом посту. В целом, вся его деятельность, она выглядела внешне вроде бы нормально, к нам приближались американцы, и вроде все шло на процесс такой миротворческий. Все создавало вроде обстановку того, что мы сближаемся, но какой ценой это сближение было в ущерб нашему народу и нашему государству. Не на равных, не на паритетных условиях, а только в ущерб. После этой отставки политическая жизнь Шеварднадзе казалась завершенной. Не было ему дороги и в Грузию, где на первых свободных выборах триумфально победил его непримиримый оппонент Звиад Гамсахурдия. Мало кто мог тогда предвидеть войну в Южной Осетии, обращенный в руины проспект Руставели, на котором звиадисты дали последний бой своим бывшим соратникам, немыслимые для грузинского общества раздор и анархию, и на этом фоне руки, в отчаянии протянутые к Шеварднадзе, руки тех, кто еще недавно отдавал голоса Звиаду Гамсахурдия. На борт, улыбаясь журналистам и раздавая первые интервью в новом качестве. Я когда посещал другие страны, например, их было много, десятки стран за эти годы. У меня всегда был продуманный, так сказать, продуманный план действий, концепция, переговоров, подходов и так далее. Но когда на родину возвращаешься, там здесь сейчас накопилось столько проблем, я чувствую, что у меня вот нет такой единой, стройной какой-то позиции, что ли, как включиться, как подойти к этим проблемам. Он еще не знает, что первые слова, которыми его встретит новый соратник, писатель и вор в законе Джаба и Оселиани, будут такими: «Без пули во лбу ты отсюда не уедешь». Новым испытанием Шеварднадзе на прочность станет война в Абхазии и ее последствия. Самое тяжелое, что ему довелось пережить в жизни, это то, что он не смог предотвратить войну в Абхазии. Я знаю, как он пытался связаться по телефону с тем же Китовани, когда тот находился в Сухуми сразу после начала боевых действий. И Китовани, ну, мягко говоря, выражался нецензурно, отказываясь от разговора с ним, то есть пытаясь поставить его перед свершившимся фактом. Российские Су-27 в конце концов окончательно решат исход противостояния в пользу Абхазии. Находящийся на грани взятия в плен, зажатый между абхазцами и звиадистами Шеварднадзе, был вынужден официально попросить принять Грузию в СНГ, чего от него безуспешно добивались до грузино-абхазского конфликта. Ну и это поражение он обратил в победу, устранив проигравших войну и Оселиани, и Китовани, которые сегодня находятся в тюрьме.
Так что теперь власти Шеварднадзе в Грузии не угрожает ничего, кроме откровенного терроризма. Чуени депутации с хемцванели. Чуени хласим шудит, давело дот мат, дабруне басукан, ту сачиро икнеба, ткуенгаму ацхадетик, ту сачиро икнеба ик чеми мисула, гамок завнет каци ме мива ликада, рац икнеба саткмели има тацве тхуи. Эрти тхуя, ан мок хтеба анара, ту амисту сарис е сачиро, чуен гави гепт, вис раунда да, амис шесеба мисат гуекнеба диалоги сухеластан. Раки, сухеллани, шоу ярагеблеби варта, арт шейдзлеба, кучаши, винме ярах сатриалебдес, чуен эс азри мат шеутавазот. Амистуиз, манкан арари сачиру, агер гадаюлит, да из халхи шекутебианик, цалиян ктхов, тут, депутации из арчеваз дайцхебен, чуен гамогвиг завнет, каци манамдером гавигот, рахтеба ик, да раганцхобилеба зеари. Хо, загавстат, загавстат, загавстат. Загаустат,
Thank you.
Ай, зуя, зуя.